вами я, София Яремова с Киева. Привет, я Егор Иудин из Москвы. Ну вот, наконец-то мы вернулись из Турции. Точнее, вернулись мы давно, но только сейчас начали разбирать вещи. Ты все перепутала. Вещи мы разобрали уже давно, а вот записи с выступлениями только начали пересматривать. Поэтому приглашаем на просмотр. Помогайте! И подсказывайте, что понравилось, а что очень понравилось.
Мне всегда было интересно, о чем мечтают мои ровесники за границей. Чем увлекаются, какую музыку любят. Я читала книги, просматривала сайты в интернете. Думала, а ответы нашла только тогда, когда побывала на международном фестивале TV-Start. И как я сама не догадалась, и в Грузии, и в Белоруссии, и в Казахстане, в Турции, и в России дети больше всего хотят жить под мирным небом. И, конечно, видеть улыбки своих родных людей. И очень-очень хотят, чтобы их таланты приносили радость. Принцева София. Номинация «Вокал». Театр песни «Сказочки». Россия. Астрахань. На сцене Принцева София. Лунатики. Россия. Город Астрахань. Номинация. Вокал. Средняя категория. Встречайте! Говорят, давно из космоса. Говорят, не первый день. До Земли сигнал доносится от космических людей. Если вдруг звезда, как с яблони, к вам в ладони упадет, значит, там во звездной радуге летит их звездолет. Значит, там во звездной радуге летит их звездолет. Летают по всей галактике зелененькие лунатики. Не могут они никак мы. Может быть, им скучно в космосе без дружбы, может быть, им грустно в звездолете том. Мы дружить не против, пусть они в полете слушают, как песни мы про них поем. Летают по всей галактике зелененькие лунатики, не могут они никак с землей войти в контакт. Летают по всей Скажу, главное отличие международного телевизионного фестиваля TV-Start, который проходил недавно в Анталии, это то, что на нем было очень много участников. Такого количества еще не было ни разу. Я даже не со всеми успел познакомиться. Поэтому будем знакомиться вместе, заочно. Как на мой вкус, вот интересное выступление. Яна Пикуль. Ведущая всех фестивальных мероприятий Международного фестиваля TV-Start. Украина, Чернигов. Ведущая 7-го международного телевизионного фестиваля детского творчества TV-Start. Гран-при 6-го международного телевизионного фестиваля детского творчества TV-Start. Пикуль Яна.
кавер-версия. Композиция Дмитрия Кабалевского. «Клоуны». Пока мы показываем видео с фестиваля TV Start, мне уже звонят желающие выступить в Анталии в октябре 2014 года. Но следующий фестиваль за границей будет не скоро. Но не надо расстраиваться, скоро состоится зимний бал, и встреча эта будет очень полезной и веселой. Как подсказывает моя интуиция, гораздо интересней, чем та встреча, которая была в прошлом году. Поэтому, кто не знает, а кто знает о зимнем бале, приходите, мы всем будем рады. Яремова София. Номинация «Телеведущая, ведущая детских концертов». Украина, Киев. Я о себе совсем немного хочу сегодня рассказать. Пусть в жизни я свою ищу дорогу, но люблю я петь и танцевать. Люблю я страны все на свете, и Турцию, Таиланд, Россию. С Украины поздравления и привет передают все дети, и вместе с ними я, София. Прямо сейчас я хочу вам представить следующую участницу в номинации «Вокал» — Таисию Мацулевич. Таисия приехала к нам с Беларуси. Ей 14 лет, уже 8-й год занимается вокалом, одновременно посещая и танцы. Таисии нравится больше петь в джазовой манере. Она неоднократно становилась победителем в различных международных, областных и городских конкурсах. Ее мечта – спеть на одной сцене с Бритни Спирс. А мечты у хороших людей всегда сбывается. Встречайте, Таисия Мацулевич с песней «Ластовка». Мацулевич Таис. Номинация «Вокал». Беларусь, Полоцк. Белый берег, не
заранички сберегаю, не отлететь от берега твоего, я ласталка твоя береговая. До твоего берега дай мне приластиться, я твоя белая, дикой любости и веры, и васильками вышиты обрус, стяну на твой высокий белый берег. До твоего берега дай мне приластиться, я твоя белая, что на каждый фестиваль мы берем с собой телевизионных операторов. Вообще-то операторы очень полезны. Во-первых, они снимают на камеру все происходящее. А во-вторых, подсказывают очень дельные вещи. Вот и теперь оператор напоминает мне, что через мои разговоры мы совсем забыли об исполнителях. Быстренько исправляясь, предлагаю посмотреть следующий номер. Дорошевич София. Номинация «Хореография. Фотомодель». Украина. Бровары. На сцене Дорошевич София. Хореографическая постановка «Поверь в себя». Украина. Город Бровары. Номинация «Хореография». Средняя категория. Встречаем! Nobody sees, nobody knows. We are a secret. Can't be exposed. That's how it is. That's how it goes. Far from the others, close to each other. In the daylight, in the daylight, when the sun is shining. On the late night, when the moon is blinding. In the plain sight, like stars in hiding. You and I both.
Вот и все на сегодня. Время прощаться. Выступление мы просматривали, так все и не пересмотрели. И это говорит нам о том, что мы непременно с вами встретимся в следующий раз. Время пролетит очень быстро. А пока... Увидимся! Пирожок Олеся. Номинация «Телеведущая». Украина, Киев. Встречайте, на сцене «Пирожок Олеся». Конкурсное объявление. Украина, город Бровары. Номинация «Телеведущая». Старшая категория. Какая девушка не хочет стать супермоделью? Юные красавицы мечтают о толпах поклонников, об обложках глянцевых журналов, фотосессиях, гламурных вечеринках и о красной дорожке. Но, как известно, супермодель – это не только блеск бриллиантов и шикарные наряды. Прежде всего, это упорный труд, остающийся за кадром. Итак, встречайте наших моделей международного телевизионного фестиваля TV Start! Thank you.
яркий свет, звонкий смех, грустий след засыпан снежным серебром. Настает пора чудес. Новый год, что нас ждет, сможет нам сказать об этом лишь любовь. Бой часов услышат люди. Новый год счастливым будет, к нам приходит Новый год. Снова сказка в дом войдет, лучшая на свете. Если будет Новый год, мы душой как дети. За окном метель метет, время стрелки крутит. Знаю я, что в Новый год новым счастье будет. Программа «ТВ Старт» благодарит за оказанную помощь проведению телевизионной съемки администрацию гастрокафе «Тарелка», город Киев, Поздняки. Гастрокафе «Тарелка» – это большое светлое заведение с летней зимней террасой, верандой, с хлебным магазином, мини-пекарней и детской площадкой прямо посреди небольшого ботанического сада. Замечательный коллектив гастрокафе «Тарелка» всегда рад видеть вас в своем заведении.